Так, вот у нас такая заготовочка под фиш-платформу. Это будет самая большая фиш-платформа на нашем опыте. Вот такую вот сварили алюминиевую раму, покрасили. Здесь будет выпуск еще площадок. Здесь будет встраиваться топливный бак, аккумулятор, холодильник, рундук под вещи. В общем, все будет на крышечках. В общем, продолжим дальше работы. Будем по мере продвижения снимать. Также готовится консоль у нас. Здесь у нас будет... Здесь будет стоять блок предохранителей, чтобы был удобный доступ. Приборы контроля. Вот за рулевым колесом. Мафан. Рокфорд. Управление помпой. И также USB. И указатель заряда батареи. Вот так. В такие коробки, в такие колодки все делается. Так, у нас на установке мотор гайд. А был вопрос, да, Сергей? На какую сторону его вводить? Ну, да, были мысли поставить мотор гайд головой на правый борт. Что-то не нашли информации, куда же более правильно поставить. Так-то по логике, если ставить, все ставят головой на левый борт, но если поставить головой на правый борт, справа консоль, правый борт занят, а левый борт тогда остается свободным. Вопрос, куда лучше? И почему все ставят? Потому что, получается, и проход тут свободный, и да. Все удобно же. Да. Почему все на левый ставят? Может, кто ответит? Пишите в комментариях. Потому что вот так там. Оп. Да, если там, считай, стоит консоль... Там карплотер, ничего да, не заслоняет. Ничего не мешает свободный весь... Здесь остается спиннинг-держатель. Можно поставить контроллер. Ну. Но где-то, видимо, есть нюанс. Интересно. Вроде-то какая разница, с какой стороны ему стоять-то? Так и что по последним данным разведки? Ну, на этот бок? Будем стандартно ставить. Вот как сейчас он стоит. С заказчиком общался? Да. И что он говорит? Вот мы решили, что когда ставишь на правый борт, есть какие-то нюансы, но он тоже не помнит какие, но какие-то есть. То есть все равно, пока вопрос не выяснили, будем ставить на левый борт головой. Не будем первопроходцами. Ну, да, пока нет. Но здесь нормально, немножко увеличим вот эту штуку. Она коротковата, но мы сделаем проставочку, сделаем быстросъем, чтобы она плотно стояла и фиксировала голову. И розеточку вот такую поставим, хорошую. То есть прям вот. Прям, вот прям силовая. Такая, да, ну как и надо. Угу. Такая крышечка и ответочка, которая там прям хорошо входит. И фиг оторвешь. Ну и правда, да, мощные такие. Тут, наверное, по 8 квадратов. Ну да, 8 или 10 квадратов точно есть. Ну, угу. То, что надо. Ну вот, Сергей уже перешел и к установке мотора. А что-то у нас сзади-то? А здесь специальные за... камеры военные против подводных лодок. А-а-а, против этих гарпунов? Вот такие две обалденные штуки. Ну-ка, сейчас продемонстрирует. Сейчас посмотрим, что оно будет. Да. Что можно сказать, ребята? Одевайте солнцезащитные очки. Офигеть. Камеру слепит сразу. Офигеть. Это будет подсветка гидваторного следа. Ну, будет синие пузырьки сзади. В Майами. А, ну да. Ну там голубое море, лазурное. Да. Вот. Что, уже моторгайд у нас уже стоит? Да. Закрепил уже? Да. Смотрите, какая розеточка. Оп! О, красота. Все. Ой, он сам вылезает? А? Да ты что? Рынка стоит.
Ну-ка еще продемонстрируй. Нифига себе. Все, зарядился. Ну, я подстраховал. Охренеть. Оп, развернулся. Это же Motor Guide. Motor Guide. Пропеллер. Бля, такой на катер можно ставить, получается. Тебе не надо ничего. А, ну кнопку только нажимать надо. Ну вот эту, педаль. Педаль только отжимать. Ну крутяк, конечно, очень крутяк. Ну чё? О! Зарядная уже. Зарядная уже стоит. Процесс работы. Сейчас тебе это снимать. О! Уже динамики стоят. В этом, что под каркасом самое интересное. Это будет, значит, один, что ли, на все? Нет, здесь один выключатель массы будет на стартовый, и он же сервисный аккумулятор, обычный кислотный, будет заряжаться от мотора, и от него будет идти все в консоль. От него, от этого аккумулятора, будет запитано через специальное зарядное лиферный аккумулятор, а от лиферного аккумулятора будет запитан моторгайд и музыка. Потому что музыка мощная, с мощным усилителем. Чтобы это все тянуло и не высадило в ноль основной, все будет с лифера. Это будут две независимые цепи, которые будут, ну только вот... А заряжаться будет от двигателя, будет лифер заряжать вот этот вот зарядное устройство. Да. Когда двигатель будет работать, он через избыток электричества будет давать лиферу. Да, причем это быстрое зарядное, то есть, по идее, он должен будет успевать дозаряжаться, пока там работает мотор. Начальство пришло. Вы снимаете? Да. На. Презентик. О, спасибо. Датчик пришел. 300 миллиметров. Он в этот бак. Здесь такой большой бак. Да, сколько он, 60 литров? Да. Нормально, отлично. Надеюсь, станет. Если что, подрежем. Что там еще надо? Забьем. Забьем. Ну ладно, хорошо. Ну что, Серега, складываешь пазл? Да. Он пазл сложился. Пазл сложился? По-моему, да. Что, даже не промазали? Ну что, фонарь не хватает? Ну-ка, ну вот слушай. Вот вчера искал ключ, хотел вот спросить у вас. Давно нет. У нас не надо спрашивать. А у кого надо тогда? У того, кто взял. Ну что, красотища? Ну да. Ну вот. Что-то как-то сюда ближе, сюда нет, сюда меньше. Ну да, чуть-чуть рамку еще выставить надо. Не, ну это еще будет подгоняться, оставляться все. Не очень. Гена, что? Да все, все, хорошо. Че там, прокомментируй, Гена. Че тебе там, не очень понравилось? Да не, нормально. Пусть Настя. Ну все. Ну что, надо еще фанеру тащить другую. Ну что, Серега, по-моему, этот конструкторское бюро отдыхает. О. Инструируй. А-то. Ну ладно, клеить будем все вместе. Хоть что-то. Серега, ну что? Электрика складывается? Сержик. Складывается. Что-то вот, тяжело. Конца и края нет? Не, все. Финишная прямая. О, консоль у нас. Накидываем. Здесь косы проводов просто. Наконечники такие для силовых. Ой, фига себе, толстенные. Предохранители.
предохранители хай-тек АСВ. Недорогие, но... Ну, как нормально. Недорогие. Как-никак рублей 300, что вы... Так, ну что, мотор-гайд подключен. Опа. Все, о, хорошо дует. Друзья, приветствую вас на канале Профиснайс Лайф. У нас очередной проект Ривербосс 430 с мотором Тахацу 34-тактный с гидроподъемом. Сейчас я вам продемонстрирую, что мы сделали с данной лодкой. Мы установили ему электроякорь моторгайд со съемной площадкой, ходовые огни, силовую розетку, накладка носовая. Здесь в рундуке у нас динамики. Вот, накладка с уплотнителем. Провода у нас все аккуратно убраны. Провода, значит, мы сейчас заводим вот таким образом, чтобы была возможность здесь поставить еще мягкую накладку при желании. Консоль тоже компании Ривербосс с прозрачным стеклом. Здесь мы поставили еще предохранители. На консоли у нас установлена аудиосистема Rockfor, USB-шка с двумя портами. Еще свой цифровой вольтметр, карт-плоттер Garmin 10. О, такая красота. О. Крутой, да. Матовый такой, немножко матовый дисплей. Управление помпой имеет положение принудительное, положение в режим автоматики и положение выключено. Здесь такой нам привез заказчик красивый руль такой, дизайнерский. Как, я не знаю, похоже как на игры, знаешь, на автогонки там. Здесь указатель уровня топлива, здесь тахометр и вольтметр аналоговый. При включении зажигания, значит, включается подсветка. Вот. Редуктор здесь G10, очень хорошо все легко вращается. Вот, выворот мотора тоже получился очень хороший. Все вымерено, фиш-платформа четко, буквально не доходит пару миллиметров до фишки. Включим музыку, сейчас посмотрим. Вот. Все подключим. Было поставлено две пары динамиков. Ну, не знаю, насколько это решение правильно, потому что они вообще тут друг напротив друга. Но пожелание нашего заказчика, это для нас закон. Сделали так, как нас просили. Кресло поворотное, быстросъемное. Вот, так можно снять. И вся фишка свободная. Также по желанию можно, собственно, все вставили. Да, так что можно по желанию развернуться. Если этот рундук пустой, можно вот так откинуть крышку, сюда опустить ноги и спокойно ловить рыбу там, развернувшись. Вот здесь ящик под приманки. Место у нас
для заправки бака. 60 литров здесь. Эта часть у нас жесткая, она несъемная. Но зато здесь под ней все спряталось. И бак, и вырез вот такой под провода. Стартовый аккумулятор. Стартовый тяговый, по-моему, даже. Два выключателя массы. Один на тяговый, один на стартово-тяговый и силовой предохранитель для моторгайда. Провода все у нас заложены силовые, запасом прочности. Здесь на аудиосистему стоит 7 квадратов провода. В консоли, кстати, тоже туда поставили еще усилитель. Что касается топливной системы, и установили сюда еще фильтр-сепаратор. Если поменять фильтрующий элемент или слить воду с отстойника сепаратора, здесь можно и спокойно здесь все это открутить. Есть подход нормальный. Рулевая тяга у нас уходит под фишпалубу, то есть здесь ничего не мешается, то есть ни обо что вы не споткнетесь спокойно. Здесь все очень держится монолитно. Здесь очень хорошая рама, сварена из алюминия. Вот алюминиевая рама тоже капитально закрепленные к полу и к трансу, то есть здесь все очень надежно, вся проваренная, вся сваренная. Ставили мы сюда самозатяжные ремни, сзади две штуки, вот так ее закрепили к раме. Еще есть кормовые вот такие огни подводные и светят очень ярко синим цветом. Слушай, отлично. Бля, я бы такой комплект хотел бы иметь. Ну, удобно все. Очень все удобно. Все под рукой. Ну, в принципе, да. И руль удобный, слушай. Интересный руль. Но прикольный. Так, ну вот. На этом будем считать наш обзор законченным. Очень кратенько. Все по существу, по делу вам показал. И все. Всем до новых встреч. Очень жесткая, может там везде скакать спокойно, ничего не будет. Нравится? На камеру скажи. Есть куда выйти. Ну да, но если вы любите там на спиннинг, на джиг, тут вам место просто. Вот это работа. Стоишь и кидаешь. Это удовольствие. Ну и присядьте за руль, очень за штурвал. Очень все под рукой, очень все удобно. Красавец. Ну да. Вот просто увидел его. Да, это водник, по-моему, такие продает. Да, да. Заказал. Ну все удобно, все видно. Типа, это у нас такой аккумулятор. У тебя телефон, это да, стартов. Нет, это то, что должен быть твой. Лифера, да. Ну это получается вот это маленький. Маленький это ножа, сейчас который. Показываю. Стартовый твой это. Стартовый твой показывает здесь. Стартовый здесь. Да. Ну, руль крутится очень легко. Очень легко. С редуктором повезло. Это лотерейный билет. Он бывает жесткий, бывает мягкий. Но это у вас попался. Работа. У вас попался мягкий. Он его прямо. А может искал, он его выбирал. Да, выбирал, на каждый там тихаря дергал, как этот. У нас же он как хомячок такой, понимаешь? Да. Все лучшее в свою норку тащит, блин. Старается делать все хорошо. Да. Ну, сидушка удобная. Ну смотри, здесь, если хочешь, я бы, может быть, тебе рекомендовал бы сюда поставить пружину. Потому что либо придется тебе держать руками, либо можно упорную пружину поставить.
У тебя целый, блин, рундук. Рундучище. Ну, я так и хотел. Да, у тебя там, считай, под фишкой сколько места. Здесь рунду. Бак у тебя там сзади, считай, спрятался весь. У тебя тут вообще так, шикарно. Здесь на застежечку. Да, две застежки, потому что сидушка. Соответственно, уплотнители все стоят, все, чтобы ничего не грохотало и так далее. Здесь две застежки, потому что вы могли спокойно уже облокачиваться назад. И, то есть не одной застежкой, там, как говорится, а уже поставили с запасом прочности. Вот тут достаточно высоко, и я думаю, что будет хорошо видно. Электромотор не очень. Да нет. А высоко же очень неудобно сидеть. Встречал такие случаи, когда вот это мешалось. Угу. Не, посадка очень удобная. Вот высота то, что надо. Всегда можно ногами подамортизировать и все такое. Это предохранитель. Да? Да, да, да. Это на акустику, на вашу систему. А вот на усилитель, потому что видишь, какие мощные провода поставили, чтобы просадки не было, ничего. Чтобы усилитель там качал в полную свою силу и не сочковал. Вот. Ну, я вот это хотел. Ага, ну да. Разворачиваешься? Да, приманки сложил сюда. Коробку в сторону. Чтобы ноги не так... Хотя можно и так. Нет. Вот это я хотел. Ну, во-первых, кидаешь одно, у тебя есть поклевка, ты уже в азарте встаешь спокойно. Да. И тащишь. Да. Вот здесь вот этот вариант очень удобный получился. Да. Здорово. В Перми. У нас география большая. Да, да. Астрахань, даже, Пермь. Даже так хорошо. Нижний Новгород. А? Даже так хорошо. Ну. Что за карман? Это удачное решение. Удачное. Это ваше, которое было, но очень да, громоздкое. Да. Думали, я вот этого не видел ни разу. Да. Мы решили пойти. Она просто так вытягивается. Да, просто вытаскивается и все. И потом, смотрите, вы его. Его можно снять. Его можно снять. Вот вообще, берете. Вообще, то есть весь электромотор да. снимаешь, эту стойку снимаешь. Да. Вот, все. И вообще ничего не да, решается. Или можете просто, если не снимать, то ослабляете здесь, да? Ну, чтобы мало ли не потерялось там, как обычно бывает. Вот, положили его на борт. И все. Вот она у вас лежит на борту. Ладно. Стекло заменили. Заменили, да. Алексей постарался. Да, конечно, Алексей. Ага. Это вообще-то я постарался, а не Алексей. Я разрулил ситуацию. А все равно все лавры не мне достались. К тому как. Да? То Геннадий молодец, то Сережа, то Алексей. Ну ладно, Саш, хорошей тебе дороги. Спасибо, что не поленился, приехал к нам. В общем, рады, что тебе лодка понравилась. Вот. Хороший ну. получился проект. Долго пришлось думать, чтобы его сделать. Воплотить все свои мечты. Ну и спасибо вам за что. То, что помогли все это дело сделать. Ну да, были очень особая, рады. Особая благодарность мастеру Сергею. Он много, да, вот много он, постарался, да, у него большой друг, талант да. в этом. Понимали друг друга с полуслова. Слава Богу, что все закончили. Ну вот теперь хорошей тебе дороги, главное, да, ни гвоздя, ни жезла. Вот, покатайся, ждем от тебя. Видео, вот, впечатления, вот, как она на воде, как что. Ну, я думаю, что все будет хорошо уже на этих лодках, ну, за собаку сели, как говорится. Вот. Ну, все. Поэтому я и у вас. Да, хорошей дороги тебе.